На самом деле, может быть, для кого-то это будет абсолютно несложно, для кого-то сложно. Вот хотим посмотреть все это на месте. То есть, в принципе, наши участники должны вот по песчаной дорожке вот у нас оттуда прийти вдоль посадки, вдоль леса. Здесь у нас пойма Дона рядышком. То есть вправо уже уехать некуда. И дальше мы направляем их вот в массив, песчаный массив Песковатка. Первый раз мы здесь приехали. Вот в этом году посмотрим, как это все здесь будет происходить. Там есть контрольная точка, они должны ее взять, сначала найти, потом взять. Вот, то есть, в принципе, вот хотим посмотреть, будут какие-то проблемы или не будут. То есть, кто-то, может быть, сразу это с первой попытки там получится найти. У кого не получится, в принципе, мы можем предложить услугу. Пресс-поддержка 24 часа в сутки. Давление упало, наверное, вкладыши. Морда красная. Ничего подобного. Зеленая. Уставшая, но довольная.